Здравствуйте. В общем, такое дело. У меня две проблемы. Одна большая, другая маленькая. Но вот та вот, которая маленькая, она скоро вырастет и станет большой. Жена и дочка. Точно, они. Вот у младшей выпускной, и вот одеть их нужно так, чтобы обе были красавицами. Понимаю. Зачем далеко ходить, ехать или лететь, когда платье на выпускной можно найти у нас в Благовещенске. Причем и дочке, и маме одновременно. Сейчас мы все исправим и избавим этого папашу от головной боли. Не-не-не, вот это все вообще не нужно, вы не понимаете. Они сегодня хотят платье покороче, завтра хотят платье подлиннее, послезавтра они вообще не понимают, чего они хотят. Так их можно вечно успокаивать. Дайте им возможность все перемерить. Перемерить? Думаете, поможет? Поможет. Выпускной праздник не только для детей, но и для родителей. И готовятся они к нему не меньше самих выпускников. Не зря глава семейства озадачен, ведь жена выбирает наряд так же тщательно, как дочь. В романтичном образе продумана каждая деталь, значит, пока все идет по плану. Дочь тоже зря время не теряла и выбрала милое кукольное платье, которое подчеркивает юный возраст его обладательницы. Оно не стесняет движений, а для праздника, который длится целый день, это очень важно. Платье в пол тоже нужно будет примерить. Это очень удачный наряд для торжественного мероприятия. Советую папаше оценить выбор жены, а лучше подчеркнуть, как правильно она подобрала аксессуары к своему платью. Не-не-не-не-не, им недавно в голову пришла идея одеться в одном стиле. Типа там семья, единство, вот это все. Горе, горе, понимаете, горе, это просто кошмар какой-то наяву. Не паникуйте раньше времени, что-нибудь придумаем. А что тут думать, когда решение перед глазами? Одеваться в одном стиле становится забавным и модным увлечением. Все чаще на семейных мероприятиях все члены семьи пристают в одинаковых нарядах. Не волнуйся, папаша, надевать платье тебе не придется. Достаточно подобрать бабочку или галстук в цвет одежды девочек. Такой семейный тандем заставит всех обратить на себя внимание. Ну не знаю, ну а вдруг они капризничать начнут? Дочь вообще вон вчера синее платье хотела. Спокойствие. Хочет синее — вы и синее. Хочет голубое — пожалуйста. Вот увидите, выберет она в итоге одно единственное. Платье любимого цвета примерить нужно обязательно, тем более такого фасона. Короткие пышные платья не выходят из моды уже несколько сезонов, и это неудивительно. Смотрится эффектно, носится удобно. А главное, что такая модель подходит девушкам с любым типом фигуры. Маме можно выбрать практичное платье, которое она будет носить и после выпускного бала. А чтобы такой наряд смотрелся более празднично, добавим шикарные украшения. Осталось главе семейства запастись терпением и хорошим настроением, чтобы в день Х его дамы были самыми красивыми. Запоминаем. Так. Улыбаемся. Угу. Во всем с ними соглашаемся, смотрим только на них. И главное, ни слова о том, что вы устали и хотите уйти из магазина. Понял. Пару часиков потерпите и забудете о проблеме. Добро. С Богом. Все. Марина, дежурная по рубрике, еще не такие проблемы решала.